Окна вываливались практически, оконные косяки вот на третьем этаже. Нам в том году уже заменили, потому что это действительно было аварийное состояние. Сейчас аварийные рамы отправили в утиль. На многие окна уже установили современные стеклопакеты. В этом году 29-ю школу включили в программу ремонтов. Постарались сделать в классах, чтобы для детей было все-таки и потеплее, и посветлее. Вот. Но нам еще и хватило сделать в двух рекреациях. Контракт был, первоначальная сумма была 3 миллиона 400. Но освоено там поменьше, потому что там экономия получилась. Вот почему нам разрешили на втором аукционе еще дополнительно включить окна. Мастера по установке окон трудятся здесь 2 недели. Всего нужно заменить 24 стеклопакета. Большая часть работы уже позади, но приходится спешить, чтобы уложиться в сроки. У меня 3 осталось там. Да, у нас получается завтра как бы идет приемка. Помимо 29-й школы, в этом году капитальный ремонт делают в 16-й, 3-й, 30-й. Там меняют кровлю. В общей сложности из горбюджета на эти цели запланировано почти 35 миллионов рублей. Ремонты кровельные должны закончены быть до 20 числа. По замене окон там, может быть, вот, уйдем на небольшой тут, в начале сентября. Отдельные помещения, классы, все должны быть сделаны, естественно, до учебного года. Кроме того, в этом году на оборудование пищеблоков школ выделено больше 30 миллионов рублей. Уже в ближайшие дни в городе намечена приемка образовательных учреждений. Чиновники обещают, 1 сентября юные череповчане шагнут уже в обновленные классы.